Здравствуйте, друзья. Сейчас разберем вот такую моторную часть от миксера. А плюс. По весу довольно-таки тяжелая. Тут должен быть трансформатор, судя по описанию. 220-240 вольт, 300 ватт. Но вес такой довольно увесистый. Полкило, наверное, меди, по идее, должно в нем быть. Ну, разберем, посмотрим, что в нем на самом деле. Крепежей нигде не видно, поэтому будем работать по методу лома. Сейчас буду ломать вот эту вот верхнюю крышку, а потом посмотрим, что там дальше делать. Под крышкой оказались вот такие соединительные провода, и внутри видно сам медный трансформатор. Сломал верхнюю крышку, добрался до крепежа. Здесь по бокам и там еще внутри. Наверное, если снять вот эти штучки, то должен и выйти трансформатор наружу. Вытащил часть моторчика, катушечка немножко с медью, и остался ротор. Открутить эти два винта, и можно будет вытащить его. Тут тоже немножко меди есть. Вот такие составляющие нашего моторчика для миксера. Честно говоря, я думал, что меди будет гораздо больше. Ну, вместо меди в основном железо. Немножко меди есть, и то хорошо. Сейчас выберем ее отсюда и посмотрим, сколько ее получается. Итак, друзья, что же мы получили с нашего моторчика? Немножко железа и чуть-чуть меди. Тут еще тоже была медь на моторчике, но ее снять просто невозможно. Так, что же у нас вышло? Так. Падает. Вышло у нас 36 грамм меди. То 90 железа и этот большой кусочек 266 железа. 190, 266, порядка 450 грамм железа. Ну, в принципе, на безрыбье и рак рыба. Тоже денежки.